Ты сразу включила новое видео. Вот посмотрите, что здесь за 0,870, посмотрите, да? Там что-то указано. 670, 600, 670. Да, вы сейчас вообще не поверите, что эта линия Кадорна дают 1700 какие-то года. Вот, начнем с этого, да? Вот посмотрите, что там. Посмотрите, как образуется просто, как образуется массив. Сейчас я спущусь, покажу вам. Как образуется массив. Так, хочу показать. Посмотрите, какие жилы, да? Посмотрите, какие жилы, да? У горной стены. Смотрите, смотрите. Какие жилы. А вот хочу показать вам солнце-то. Чё? Солнце нарисовано, видите? И стрелка туда показана. Ну, тут вообще все делится. И потом будет стена. Тут наши гранитные эти, видите, столбики. Смотрите, здесь все, видите, обработано, видите? Смотрите. Короче, я зла. Что поделать? Зла, да, злая, как бешеная вообще, бешеная даже, можно сказать. На всех, блин, заебали все. Блин, уроды, блин. Вонючие сидят там, блин, в своих этих вонючках. В клоповниках, блин. Вот посмотрите, какая корка, да, видите? Видите? А тут посмотрите, вот посмотрите. Вот посмотрите, явная кладка, посмотрите. Видите? Поглядите. Ой, ну слава богу, нашел что-то интересное для себя. Что-то снимает свои причиндалы. Так что, слава богу, хоть. Правда, тут солнца нет, ребятушки. Все солнце там. По идее, солнечная погода. Но здесь солнца нет. Знаете, дырка. А тут, кстати, уже кладка, видите? Вот. Сейчас посмотрим, что здесь. Так. Для Виталия Тричи. Так, подожди, постамент и каноника. О, тут вообще, видите, вот эти. Сейчас посмотрим. Allora, passo di un tanti segnali DM, che delimitano l'area già di demanio militare in corrispondenza del cippo odometrico che ne segna il termine 0,670. La strada militare del Sipro è stata in parte intagliata artificialmente entro la roccia calcarea. No, no. Ну, то, что ее, вот эту дорогу в горе прямо искусственно, мне еще нравится, подчеркнули, искусственно прорыли. А, значит, так. Так, вот кому нужно на английском, пожалуйста, вот сделайте себе, прочитайте. Вот. Надеюсь, можно сделать, да? На немецком, на английском. А, вот, мне нравится. Le fatiche de l'opéra. Ну, естественно. Посмотрите, какие опираи у нас. Просто вообще. Ой, вчера там это... Посмотрите, это вообще... Посмотрите, это просто... Я валяюсь. Одеты причем такие чистенькие, да? Вот как бы волосы, конечно, ужасные, но одеты вообще чистенькие такие, да? Вот. Короче. Ну, и тут они рассказывают сказки Белого Бычка, как это все было реализовано. О, тут еще есть какая-то комнатка под землей. Куда он там пошел? Мне надо тоже спуститься, блин, я не хочу с ним рядом. О, ребятушки, поглядите. Так, сейчас я вам сделаю короткое видео. Сейчас он выйдет оттуда. Я сделаю короткое видео. А, так у меня всего 4 минуты, блин. Ну, подождем, когда этот урод оттуда выйдет, короче. Вот идут люди сверху. Пока я пройду... А, он выходит, ладно, сейчас он выйдет. Я сделаю... это видео. Кстати, дырки, да, наши, да? Вот надо было так строить сложно, да? Так сложно, но к тому же все равно, посмотрите, с дырками, да, ну, с отверстиями. Вот прямо вот усложним еще больше себе работу, да, когда вам нравится. Короче, я сначала Ну, я сейчас сделаю видео, а потом сделаю видео корту. Ладно.
короче. Ну, короткая, в смысле. Пошли, вот, смотрите, вот как бы, мол, ступеньки, да? Пойдем туда, он сказал, фонариком мне посветить. Ну, какая там прелесть, да? Какая прелесть, представляете? Вот просто подземный мир под горами, да, у нас? Вы посмотрите, как, ну, блин, уже видно, как само все образовалось. Посмотрите, да? Просто. Поглядите, да? Посмотрите. Посмотрите вот этот камень сверху. Даже уже с этой штукой в середине образуется плита сверху. Видите, посмотрите, какая она сейчас все неровная, да? Ну, когда-нибудь, да? Когда-нибудь. Через 500 лет, да, как там у меня там есть эти. Через 500 лет образуется, все нормально будет. Но для вас-то 500 лет, а для нас нет. Вот это мужская, опять же, логика — видеть результат, а не процесс. Мужикам только результат нужен. Никакого процесса им не интересно, блин. Вот. Вот. Поэтому он у нас и не состыковочки идут. Ну что, вы посмотрите, какими слоями идет. Посмотрите, да? Посмотрите. Это вообще. И вот обязательно надо вот такое отверстие, да? Обязательно. Как же без этих отверстий? Вы что? Фортификация нужна, понимаете? Вот, уже тут, значит, 10 тысяч потов сошло. Посмотрите, как там вообще, да? Но без фортификации никуда, понимаете? Все равно дырочки нужны, потому что это фортификация, понимаете? Как там один на меня наорал, я помню. Да ты не понимаешь ничего, фортификацию. Ну, естественно, а вы вот понимаете, блин. Ну, прям вот вы все понимаете. Я тут пришла, я не понимаю нифига, но вы все понимаете, потому что вы там были с этим, когда это все, эти фортификации устраивали, блин, вообще. Вот я хочу показать вам, что это тоже, видите, стена. Даже видно все тут, видите, все. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите, да? Посмотрите. И тоже как-то идет, вот как бы все равно, как треугольником сюда заканчивается. Видите, да? Вот, посмотрите. Да, вот развалины. Я вообще, я говорю, что еще помойку место. Я залезу, не волнуйтесь. Там мне и место, да? Вот скажите, там мне тебе и место. В помойке, да. Ну, слава богу, вы ничего не можете написать. Вот это вот, которое с носом. У меня. Вы у меня там заблокированы, слава богу. Поэтому пишите там на других обо мне байки, что я вас обижаю. Так, подождите, посмотрим еще, что там. Надо все. Я ж не Доминик, блин. Я все посмотрю. Видите? Вот отсюда они стреляли по ногам, правильно? Кира говорит. Вот, по ногам стреляли, блин, да, четко так. Причем такая дырка, да, которую все видят, да. То есть они прямо встанут вот так вот напротив, да, тем, кому нужно по ногам стрелять. И чтобы вот хорошо прицелились, Блин, я слышала шум. Может, сейчас кабанчик придет. Кабанчиков я тоже боюсь. А здесь есть кабанчики. Блин, ну может чипка. Короче, вставали, вот они, в общем. Смотрите, опять я вижу. Поглядите, посмотрите. Посмотрите. Какая паутина. Паутина не паучья. Посмотрите, не паучья. Это какая-то ткань, видите? Посмотрите. Тут кусок жижи. Вот что хотите... Что хотите, но я говорю, что это же не для всех. Ну, я не говорю, что мы там кто-то средний ум, кто-то не средний ум. Но это для тех, кому нравится эта тема. Господи, это же... Ну, я же не могу не снимать для тех, кому это нравится. А мне это очень нравится вообще. Я балдею, посмотрите. До самого этого увеличу, видите? Посмотрите, какая. Это не паутина. Потому что паутина, она идет всякими вот этими частями. А это вся плотная. Так, где она? Я потеряла. Смотрите. Вот она. Видите? И тут вот. Да? Смотрите. Ай-яй-яй. Видите? Какая паутина, да? Паутина, не паутина. Как это называют?
который в горах живет, который мой помощник по горам по другим, он называет это все равно калькары. Понимаете? Посмотрите, как тут все делится. Ну, посмотрите, жижа. Ну что это? Кто это? Наши вот так вот тут цементом завалили. Поглядите. Посмотрите. Сэмпионы я тоже не забываю. Просто я не могу. Например, сэмпионы вообще, по идее, нужно туда внутрь. Посмотрите, какая корка, да? Посмотрите, как отделяется вообще пласт. Сэмпионы вообще нужно... Ну, я там была в Сэмпионы, да? То есть теперь нужно вообще залезть в Трафору, где Сэмпионы. Ну, вот этот вот, туннель. Но, к сожалению, я не могу, но я бы с удовольствием залезла туда. Видите? Офигеть, офигеть. Нету слов у меня, нету слов. Все, из жижи, кстати. Вот, и сейчас меня начнут по ногам стрелять, потому что я встала удобненько. Чтобы меня как ударили по ногам, блин. А еще можно, знаете, он же полезет туда. Он же полезет, и можно в лицо выстрелить. Чё? В общем, короче, ребятушки, такие пирожки. Тут интересно, интересно. Плита, видите, как отделяется, да? Вот наша паутинка. А сейчас я включу другое видео, потому что паутинка требует короткого видео. Пока-пока.